появится подобное предприятие и в Кызылорде. Европейский банк реконструкции и развития построит завод по переработке твердых бытовых отходов за 30 миллионов долларов. В областном акимате подписано соглашение по реализации проекта. Он позволит улучшить санитарную и экологическую ситуацию в регионе, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, риски загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод. Кроме того, проект предусматривает выработку экологически чистой электрической и тепловой энергии из биогаза. Банк будет выдавать кредит в национальной валюте, тенге. Это очень важно для нас. Мы согласовали 10 проектов, из них уже по 4 проектам уже открыто финансирование. Сегодня уже вот начинается реализация уже 5-го проекта. Эти ресурсы направляются на то, чтобы обеспечить инфраструктуру, которая является основой для будущего развития.